Итак, я приехал в местечко Нойс. Сегодня аномальная жара. Очень жарко. Съездил, купнулся. Водичка свежая, хорошая, приятная. И, в общем, солнце светит. Вот там Нойс. Если помните, я вот здесь жил месяц, в Дюссельдорфе 2 года назад еще на автодоме. И вот сейчас хожу здесь, вспоминаю. Встал на эту же парковку, где в свое время на автодоме жил. Для автодомов. Сейчас там, кстати, ни одного автодома нету. Как ни странно. Машины стоят в теньке. И сейчас немножко прогуляемся. Это один из таких хороших райончиков Германии. Нойс. Любимый бэкверк, кофе вкусный, хотя чипов кофе вкуснее, но его не всегда увидишь, а бэкверк всегда в центре, в любом Германии. Хорошо здесь домами закрывает тенек, а тут, конечно, так жесткая жара такая. Хема. Магазинчик. Сегодня здесь народу-то мало. Сегодня рабочий день, но что-то здесь прям спокойно. Здесь вот так суетно бывает. Или может только под вечер. Отдыхают. Здесь даже можно в теньке посидеть.
Я сегодня съехал с комнаты. В ближайшее время, наверное, быстрее всего я поеду в Голландию. Вот. И, наверное, быстрее всего, может быть, останусь где-то там. О, какие турецкие сладости здесь. Ну, пока тут аномальная жара, конечно, днем надо вообще где-нибудь в теньке находиться. Просто пипец какой-то. И вот уже подхожу к концу улицы. Да, жара. Сегодня у нас получается 19 июля. Вот так. И все, вот конец улицы. Всем хорошего дня. До новых путешествий. Пока-пока.